Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре новый майнер. Стартовал он сегодня, 5 декабря. Tron VIP.bet. Это инвестиционный майнер. А все, что касается инвестиций, это всегда риск. Не забываем об этом. Я рискую своими деньгами, монетами. Но вы же думайте сами. Регистрация здесь наипростейшая. Имя пользователя, пароль, ну, код города, типа того. Email адрес. Кликаем зарегистрироваться. Входим по логину и паролю. И код. Кликаем авторизоваться. И попали в кабинет. Значит, последнее объявление. Тут это сразу он на русском языке, как бы, да. Значит, что у нас тут по депозитам? Так как без инвестиций здесь не заработаешь. Депозит от 5 до 200 3x, ежедневная прибыль 13%. Далее идет по нарастающей. Закрываем. Ну, этот бонус нам ни о чем. Это типа вычислительная мощность. Так. Ну и сразу сделаем депозит. Перевод на основной счет. И здесь можно пополнять USDT или 3X. Я выбираю 3X, так как это 3X. И здесь нам дают QR-код и адрес, куда нужно перевести монеты. Значит, я копирую адрес. Например, минимальный депозит, как там написано, от 5 монет. Иду в кошелек. Send. Вставляю. Так. Ага, проверяю. Клику 10 монет. Подтверждаю. Все, 10 монет я отправила. Далее кликаем здесь отправить успешно. Ну, вообще зачисляется, ну, минут 5-10, как-то так. Отправка завершена. Дождитесь изменения баланса. Закрываем. Вот мне сразу 10 монет моих. Далее меня перебросило. Я была вот на домашней страничке. Меня сразу перебросило в кабинет. Депозит снятия. Значит, тут у нас команда. Перевод на базовый. Изменить пароль. Поделиться с друзьями. Находится реферальная ссылочка и код. Кликаете, копировать успешно. Также можно поделиться в соцсетях. Так, что у нас? И уведомления. Ну, здесь и как бы то, что нам постоянно, ну, выходит на домашней страничке. Так, переходим. Чтобы нам получать доход с майнера, вот 10 монет моих, да, нужно ежедневно, тут я вот только что он стартовал, пишу видео, я пополнилась, и по сингапурскому времени здесь, а сингапурское время, если я, друзья, не ошибаюсь, это вроде как по Москве 19:00, вроде так, возможно, я ошибаюсь, ежедневно нужно заходить от 13-14% и собирать ежедневный доход. Вот. Это у меня ссылочка, как бы вкладочка появится позже. Вклады. Здесь как бы VIP-1, VIP-2, ну, то же самое, как бы, да. Я депозит делать не буду, так как я работаю на майнере.
также поделиться. Находится ссылочка. Ну и мой кабинет. Здесь мой кабинет. Далее что? Снятие. Значит, пополнено у меня 10 монет. Ежедневное снятие один раз в день я могу. Разрешить вывод, да, конечно, так как я еще ничего не выводила. И минимальный вывод составляет 0,3 монеты. Значит, что нужно сделать? Нужно прописать адрес кошелька. Добавить кошелек цифровой валюты. Кликаем. Сюда вводим адрес кошелька, куда будем выводить. Копирую адрес. Вставляю сюда адрес. Далее. Здесь пароль для вывода. Повтор пароля для вывода. Записать, запомнить как бы это все, так как вам потом никто ничего не поможет. Значит, поставлю на паузу и пропишу пароль и кликну продолжить, так как пароль здесь высвечивается. У меня уже неоднократно участвовал в таких подобных майнерах, и он у меня не первый. Прописала я пароль, повторила, и мне перебросила на страничку. И теперь при каждом выводе сюда буду вводить сумму. Это у меня будет выходить 1,3 монеты, если 13%. Далее пропишу, ставлю как бы кошелек цифровой валюты и введу сюда пароль. И буду благополучно выводить. Рекорды означает, здесь будет как бы запись о снятии средств, как мы видим, да? Ну, я всегда работаю на английском как бы языке, я ставлю всегда English, мне удобнее. Я уже привыкла. И ежедневно буду заходить, кликать и собирать и выводить денежные средства. Ну, в принципе, это и все, что нужно знать. Вот. Не забываем о том, что это инвестиции. А все, что связано с инвестициями, это всегда, друзья, риск. Хотите работать? Работайте. Не хотите? Пройдите мимо. Ну, минимальный депозит здесь от 5 монет. Вот. Ну, как-то так. Ну, и здесь тоже депозит, вывод, поделиться, моя команда, мобильное приложение. Ну, информация, то, что у нас появляется на домашней страничке. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!